Тема ремонта дорог в любое время остается самой насущной и злободневной. В Ульяновске на данный момент ремонтируют 19 дорог. В декабре прошлого года мэрии города Ульяновска было заключено 6 муниципальных контрактов в масштабах нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 4 из них реализуют именно по ремонту дорог. Где мы сейчас находимся, ведутся работы по ремонту дороги по улице Отрадная, участок от улицы Самарской до улицы Хашимина. Много очень было, то есть, сами знаете, от местных жителей здесь обращений, жалоб, то, что не могли здесь проехать, то есть не было здесь проезда, дорога вся была разрушена. Данный участок протяженностью в 380 метров планируют завершить срок до 1 сентября текущего года. Стоимость работ составляет 27 миллионов рублей. Здесь же будет построен дорожный дублер для подъезда к частному сектору. Завершили замену трамвайного полотна и на улице Инзенской. Строители уже завершают ремонт дороги. Также в данный момент ремонтные работы ведутся по адресу улица Защитников Отечества. Во время строительства жилого микрорайона Репино здесь была так называемая «времянка», которую уже сегодня превращают в полноценную дорогу. Антон Никонов и Герман Баранов, Улправда ТВ.